Даже не думай. Не думай о чем. Поможешь нам придумать, как украсть 10 миллионов долларов? Простите, что? За 3 дня до этого. Внутри ведите себя уважительно. Монеты – интереснейшая тема. Покажем им, что из себя представляет школа Деннингтон. Господи. За мной. Здесь, в монетном дворе, инспекторы порой замечают недостатки в готовых монетах, которые имеют особую ценность для коллекционеров. Что происходит? Джеймс Ходжес, пройдемте с нами, сэр. Это не просьба. Папу арестовали. Ты об этом знал? Твой отец виновен в растрате средств школы. Но отец директор, как он мог? Мы вынуждены приостановить все школьные мероприятия ввиду нехватки средств. Твою спортивную стипендию отменили. Мне обещали эти деньги. Джейсон, я хочу помочь. Не выйдет. Или у тебя есть 10 миллионов? Я заметила, что на монетном дворе используют устаревшую систему безопасности, а я ломала АТБ и НАСА. Ты серьезно? Взломаю и их. Нам понадобится помощь. Я согласна. Тебе всегда лишь бы другими помыкать. Окей. Пойду расскажу мисс Койл о нашем разговоре. Ладно. Только замолчи. Мы проникнем на монетный двор, сделаем пару монет. Что нам еще нужно? Я смотрю, ты с техникой дружишь. Ты нам нужен. Они пойдут на преступление. Все должно пройти идеально, иначе нас всех посадят. Ради правого дела. Готово. У нас проблема. Похищение монет. К черту дурацкий бал. Это зимний бал. Он не дурацкий, он важный. Не дурацкий, важный. 6 января.